Всем привет! Добавляем эфирное масло. Конечно, дешевенькое. За 100 рублей. Как бы пахнет. Но, типа... Да, можжевельником вообще запахло. Хорошо пахнет. Можно даже как-то... Так вот. Пускай... Типа более дорогие по заказу эфирное масло. 2000 рублей. Это же, блин, я как-то могу и обойтись, наверное. Получается, они дороже средней ценовой категории духов, одеколонов всяких дорогих. Там, ну, за 5 миллилитров там, может быть, и за 1500 можно, но 10 там уже, да. Как-то дорого. Так, такая хрень, смотрите, заморозили. Оба, ничего, вся оттаяла. Кусочина какая плавает. Айсберг. Но надо раздувать. В принципе, уже прогрелась. Но вода, да. Все. А главное не мыться, а попариться. Это не горячо. Да как ты задолбал, а? Все, продолжаем. Сейчас проблем не будет, блядь. Блин, какая баня старая, капец. Понеслась. Уже более-менее, да. Бабушка живет одна, как бы. Поэтому да, редко баня топит раз в неделю, ну, два раза в неделю, а почаще, чтобы вода не замерзала. Там тоже айсберг, айсберг. У нас тут с водичкой, ну, такая уже подогрелась почти. Фу. Нормально. Даже голову мысли некие, вот что попиздеть-то, порассказывать. А, кто ж тут новость услышал, что Широков там по ЖКХ, представляющий интересы предпринимателей в сфере ЖКХ, что-то такое, он предложил национализировать, пересмотреть приватизацию 90-х годов собственников жилья, чтобы отобрать у малоимущих людей квартиры и сдавать им в аренду навсегда. Вот такая инициатива. Круто, да? И народ это как бы это самое у нас. Ему, я не знаю, он преподнесу так, что это благо, но вы самую фишку-то поняли, да? Приватизация собственников уже приватизированных квартир, которые по закону наши, но не наши. Потому что есть там какая-то статья в законе, что при определенных обстоятельствах, если вот эта вот территория, где находится
ваш дом или многоквартирный дом нужна городу или там какие-то федеральные проекты, то дом могут снести и предоставить вам по низу рынка жилье по стоимости. И ты ничего не сможешь сделать. Такой закон у нас. Российская Федерация, да. Путин старается, старается, а вот чиновники все портят и портят. Вот сволочи, позорники. Уроды, просто уроды. Да, ну, баня в таком, как бы, виде. Ну, она не моя. Что я с ней буду делать? Если она бы еще бы мне потом досталась, а то достанется чужим людям, ну как родственникам, но все равно как бы это. Так что опариться где-то бесплатно надо. Вот остается только здесь. Блин, быстро уходит, конечно. Там не вот эти вот щели брусья, а вот там в углах там весь пар оттуда уходит. Да, так что нас ждет, скорее всего, возможно, если она пройдет, а чтение в Думе она пройдет моментально, мне кажется, вообще быстро, это же прям отобрать ее, как бы, да, просто приводит в пример страны с уровнем минимальной заработной платы труда в несколько раз превышающий наш. Он сколько? Ну, от 10 до 15 раз превышающий минимальный заработок, ну, оплату труда в России, вот, в развитых странах. Почему же делают под копирку? Ну, у нас практически все делается по образу и подобию Соединенных Штатов. Как ни крути, вот как ни странно, вроде бы Америка, все, ну, ЖКХ, управление всем этим самым. Вот по американской системе, как управляет, но с русской изюминкой. Паримся, паримся. Капец, конечно. Хоть как-то так его вот так вот сделать. Нормально. Вниз.